Всем привет! С вами я, Супер. Мы будем играть в игрушку, самую популярную пока что на свете, можно так сказать. Агарио. Да. Агар.io. Ссылка будет внизу описать. Да зачем? Вот можете сами написать вот сверху. Вот видите, тут Агарио написано. Это специально. Это никакая не реклама. Все про эту игру снимают сейчас. Вот. Сейчас поставим Russian. Почему бы и нет. FIFA. Вы можете меня найти, у меня ник будет Супер. Можете меня съесть, вот, если хотите. Вот, а если не хотите, можете не есть, мне дать вкусняшку много. И все. Вот, давайте начнем играть. Вот, пока что мы маленькие. Суть игры, думаю, все знают. Надо просто минимализм, тупо надо просто есть такие маленькие штучки. Убивать друг друга через пробел. При помощи пробела вы стреляете. Если вы долго задерживаете пробел, то вы едите, конечно же, по логическому мышлению, много. Так что, вау, только что я мог бы съесть вон ту вкусняшку, но, блин, не успел. Ну ладно. Как видите, на первом месте какой-то доги, потом идет какие-то другие игроки. Вот. Я даже не буду читать второе, это будет... несправедливо, вообще не надо так писать. Отвечаю, это все плохие игроки так пишут. Во-во-во, надо поосторожнее от этого отходить. Меня могут еще съесть, реально, меня могут съесть. Я маленький, зато удаленький. Оу, ес. Да ну ты чё за мной? Ну логично же, да, за мной, да? Я же Супер, вы чё? Вы чё, не знаете? Я ютуберщик, а за-за-за-за. Тут какой-то Steam. Steam, конечно, может меня поглотить полностью, потому что все же мы покупаем игры в Steam. Опа! СССР! Ням-ням-ням! К нам иди! Давай-давай-давай! СССР! Т-т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 
знаю. Можно, в принципе, пробел нажать, но пока это не надо. Пока это, в принципе, так-то. О, доджи. Пошел ты вон. А-за-за-за-за. Вон, какой-то ля-ля есть. Блин, надо посторожнее. И вот там и Артс есть. Только он нас не может. Там Steam бегает. Steam пока возле нас бегает. Нам дает бесплатно игры поиграть. Почти бесплатно. Вот. Почти бесплатно. Как почти? 100% не бесплатно. Вот собака Доджи. Если тебя съем... Вкусняшка. Конечно, зря я родились. Сейчас меня может любой игрок съесть. Но я пытался Доджи... Да ну вас, что так много, я не понимаю. Вы что, на первом месте пытаетесь стать или что? Не понимаю. Ерс какой-то бегает, и реально не понимаю, почему. Вот. Пытается меня поглотить. Опа! Чирик, Ерс, давай, приходи сюда. Ай, блин, не можем тебе сесть. Ну ладно. А-ля-ля, можем ей сесть? Опа, мы можем присоединиться. Это прекрасно, реально. Мы можем теперь всех сесть. Вот, почти вот, Доджи лучше не идти. И он не сможет разделиться, чтобы съесть нас. Так что это все хорошо. Блин, зря я разделился. Это мы вниз. Вот, давайте Ориджин сидим. Он мне не нравится, я им вообще не пользуюсь, никогда не пользовался. Великий я не надо. Он еще второй Ориджин. Что-то Ориджин впал, я не понимаю почему. Ну, Ориджин, ко мне, ну что ты, блин? Что ты страдаешь херней? А вон, Доджи мы можем его, по-моему, съесть. Давай. Ну ты что за дурак, я не понимаю. Присоединиться пока не можем. Ну так что, ну, пошлите, Доджи есть. Что-то слишком такой маленький, зато удаленький. Вот, пока присоединиться тоже не может, а мы можем. И мы можем пульнуть. Опа, чили. Вот. В принципе, смысл игры, я хочу стать в топ. Опа, съели. Хочу в топ хотя бы десятку попасть, хоть какую-либо. Вот. А пока что просто мы будем бегать и собирать очки. Мы пока 500, нам надо, по-моему, 1000 или 1500, чтобы более или менее нормально. О, ВКонтакте, ням-ням-ням. Приходи к нам ВКонтакте. О, кто там, хули какой-то. Мы его сейчас тоже сидим. Урбука Мун какой-то, ля-ля какой-то. Ну, скоро мы вырастим по полному. Опа, чирик. Сейчас съедим вот этого. Вот этого можно, в принципе, сесть. Блин, нет, он уже собирается. Покерфейс. Был покерфейсом, мы и съели покерфейса. А-за-за-за-за. Вот это пока быстрый. Блин, там еще чувак какой-то. Блин, еще тут... Метакасио, не знаю, кто это вообще.
Он может меня легко сесть, реально. Там какая-то Франция. Вот. Вот. А в конце, не знаю, какую-то хуйню сделаем, реально. Топ-десятку получим, всем будем раздавать вкусняшки, не знаю. Потом пусть нас не сидят лучше. Опа. Луну я всегда хотел сесть. Луну всегда хотел сесть. Опа, ну зачем ты разделился-то? Ну блин, ну ты чё там, Steam бегает? Давай, давай, давай ко мне. Ну тогда я тебе стрельну. Выбирай одно. Давай. Опа! Двоих, двоих, двоих. Блин, да ну тебе. Там Steam, там Steam. Осторожно, осторожно. Steam, я не хочу Steam проигрывать. Реально не хочу. Там доджи какой-то разделенный до сих пор. Не знаю почему. Там прячется маленький коротышка. Вот этому можно сесть, который... Опа, хули. Ну шо ты, хули что ли? А? Шо, хули? Давайте, давайте. Идем хули. Ну чё мы друг друга не можем сесть-то, а? То что, ну не надо, давайте вот этого маленького. А, да, он сейчас за миной спрятается. А, нет, даже не спрятался, тупо побежал. Ладно, сейчас маленькие, давайте вот эти побегушечки сидим. Вырастим в размерах. Как видите, у меня мышка видна. Так что это... Опа, мы первые соберемся и попал. Вот этого давайте сидим. Блин, там точка. Опа, есть, я сел. Я вот это и хотел. Спланировал. Блин, вот это может меня сесть реально. Нет, я его в мину отправлю, если что. В мину. Да, он уже ушел. Это логично. Сами подумайте. Там какой-то Вален нет. Не знаю, кто это. Там Россия все села. Логично. О, я в топ-десятку попала. Я даже это не заметил. Ну да, видите, 1000 набрал и топ-десятка. Вот. Какие-то лалки. О, видите меня? Я супер ютубишек. Видите, прославился уже 1000 подписчиков. А-за-за-за-за. Турки, ну ты чё, куда? Куда ты, турки? Фак. Ну давайте вот этого сидим. Ну, Мадик, ну ты куда вообще? Не знаю, они вообще куда-то... Все будете? Собака вообще. Из-за этого я не люблю, блин. Надо было немножко подождать. Да, все будем. Блин, там Steam. Реально там Steam, наверное. Да. 1000 набрали. Мы не можем больше расти, потому что надо кого-то еще сесть. Вот. Это вообще проблема. Это трэш-угар. И мы уже 9-е место. Это хорошо. Значит, кто-то сдох. Реально сдох. О, Steam, привет. Блин, да ну ты сел, Steam. Сейчас я вас съем всех. Если смогу. Блин, там гигантский Steam. Выбирайте восьмерка, либо восьмерка. Сюда, сюда, сюда. Блин, я не могу реально. И помирать тоже неохота. Там все сейчас помру. И реально, не хочу умирать. Вот это, думаю, не разделиться, в принципе. Не должен. ЕПРСТ. И он не стреляет так сильно, так что не беспокойтесь. Сейчас мы присоединимся и попах. Блин, нет. Показалось. Вон, давайте вот эти маленькие сидим. Опа, опа. Да ну да, не один, блин, восьмерка, ну ты тупая восьмерка, блин. О, опа, всех сели, 6-е место, замечательно. Назовем эту серию, как попасть в топ. Легко в топ попасть, реально. Тупо всех едите и все. И вы затащите. 1500, вон, опа, маленькие, давай, побрякушечки давайте сидим. Да ну тебя, Steam, сейчас я, ладно, от тебя сибусь. Ты мне не нужен, Steam, понимаешь? Турки, ты чё, блин, I love you, Турки. Сейчас ты взорвешься еще. Блин, не хочу как бы идти на мину, вот реально. Блин, раз сели. Хорошо, хорошо. 2000, идем в топ. И давайте вот этот Steam сидим. Пока, блин, он уже собирается в кучку, так что не надо, думаю, идти. Лучше сесть вон того, сир какой-то, сир, ну, давай, иди ко мне. И когда я, блин, присоединюсь, это плохо, вон, торрент, а, сир, все тебе капец, реально капец, отступай. Пиздукнешь, а-за-за-за-за. Вот, 3-е место, замечательно пока. Ой, все убегают от супера, ха-ха-ха, в топ. 3-й уже. Я не знаю, в конце что реально делать. Чем ты? Я понял, если там... Ой, ты чё, блин? Давай. Ну ты куда же ты? Давай кусочек. Блин, фак. Ну ладно, ничего страшного. Kill you какой-то. Там, опа, кто-то разделился. От Steam надо вот этим отходить.
Вот этим давайте сидим, все. Опа. Опа. И шо? Блин, ты меня сел, фак, 8-е место. Ты можешь средний, в принципе, меня можешь сесть. В принципе, я не знаю, точно или нет. Так что это очень плохо. Рашен можно сесть. Реально, Рашен давайте сидим. И отступим. Пипец, какая жесткая битва, видите? Один другого поедает, а другой друг друга поедает. Я не знаю, меня уже сели почти полностью. Пупси может разделиться и меня, в принципе, съесть. Но не дадим мы это. Да, он понимает. Вот эту часть не съест, а вот эта маленькая сможет убежать, в принципе. БК какой-то. Надо отходить от него. Он пока большой. Мы разделены. Всегда, когда разделены, надо отходить от других. Там восьмерка, фак, она вообще в самом топе. Я в 6-е место вообще. Я пока не самый сильный. И как бы, опа, сел. Зачем он дал самого себе, не знаю, не почему. Опа. Да дал еду Марс. Спасибо тебе, Марс. О, там восьмерка всех пытается подкормить. И потом думаю, кого-то съесть. Может быть, возле восьмерки, думаю, она что-то, в принципе, сделает глупое. Раздаст, может, всем мясо, не знаю. Кусочки самого себя. Мы можем соединиться? Нет, не можем пока. Да как бы пока это не надо. Давай. Гарена, какая-то гантера. Ну все, тебе капец. Вот реально, сейчас я разделюсь, и тебе будет капец. Поу! Чики-чики-чики. Бичес, давай ко мне. Сейчас обратно свой топ, свое место заберем. Восстановим на этих коротышек. Маленьких коротышек. Что ты там? Да, ну тебе повезло, реально. Вот, а жаль, что тут чата нету, а то бы все там писали бы, ой, все такое, ой-ой-ой, ой-ой-ой. А-то там кто? Подождите-ка, синий какой-то, я не знаю, кто именно. Давайте подойдем, в принципе, можем его сесть, вот реально могу сесть. Настроение, да? Он какое место? Он никакое не место, так что можно его сесть. Или о, сейчас он сам бомбанет? Нет, он уже получил место. Давайте вафельку сидим тогда. О, вкусняшки, подождите-ка, чё ты так лагаешь-то? Хопа. О, тут кто вообще? Обжора какой-то. Нет, пошел ты вон, пошел ты вон. Пока я не соберусь, я ничего не буду делать. Я буду сейчас... Ну, я буду наоборот вырастать, он какой-то глупенький. А если я соберусь, я его, в принципе, смогу сам съесть. Да, он уже понимает это и уходит. Это логично. Опа, давай ко мне, ко мне, ко мне. Вкусняшка, вкусняшка. Ну, ладно, ладно. Как ты хочешь, как говорится. Опа, с РБК Мун какой-то. Мы можем его съесть, вот этот кусочек маленький. Он понимает, что если я разделюсь, он может в этой части большой съесть меня. А маленькой части я его могу съесть, реально. Опа, опа, спасибо. Нет, ты меня не подкупишь, не подкупишь, реально, не подкупит меня. Я тебе съем, либо сейчас, либо давай гони еще вкусняшки. Ну что ты, блин. И как бы неохота долго с ним ходить, потому что, ну, реально, сами подумайте, можно бомбануть. Опа, съем, реально. Блин, жопа, 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 куда ты идешь, супер, блин. Лагает у меня, лагает эта игра по-жесткому вообще. The Moon какой-то тут катается, вообще жесткая битва, восьмерка тут, тут и какой-то Moon. Вообще лагает. Опа, залагала так как жестко. Блин, не надо вырасти при этом и РБК Муна. И, в принципе, он может так сдохнуть, потому что сами подумайте. В любом случае, когда она будет соединяться, я его могу съесть. Я маленькие вот эти хреншики ем. Но если кто-то ему не даст из-за Муну что-то, то тогда он может сдохнуть, реально. А стрелять я как бы не хочу. Лагает жестко. Блин, все, он же вырос, да. Я это уже понимаю. А если он разделится, разницы не будет никакой. Вот хули ему насесть. Ну ты куда убегаешь, блин, задолбали. А я разделяться пока не буду. Разделять. Вся. Вот. Блин, не понимаю, у меня подлагивают. Я должен, в принципе, должен быть быстрее, чем вот этот Мун. Он какое место, мне интересно? РБК Мун, 3-е место. Он не может вырасти, я тут маленькие вкусняшечки сам ем. И, да, он уже ушел. Он понимает, что он разделится, пока не может и меня сесть. Я хоть даже 7-е место в 2 раза слабее, чем он. А вот хули можно сесть. Нет. Пусть отдается на этого чувака. РБК Мун понимает, что и может разделяться. А хули тупо ходит? Я его даже не буду кушать, не хочу разделяться. Тут может меня тупо съесть. А вот это, на этого можно разделиться, реально. Опа, все, 6-е место, замечательно. Прекрасно, что. Отбим подальше. Отбим подальше. Какой-то утубер. Сейчас мы будем утуберами. Аза-за-за-за. Вот. Что-то я не понимаю.
плохое слово возле нас бегает. Опа, ну маленький. Ай, ну ладно. Маленькие мне всегда нравились, чтобы их съесть, потому что они ничего не могут сделать с тобой. Ты можешь их, в принципе, так-то съесть. Я уже пятое место. Обжора. Кто это? Он может мою маленькую часть съесть, так что... Не знаю. Либо хуль так умирает, либо рыбокомун меня съедает. А, нет, мы одинаково. Хо-хо-хо. Блин, такая туса, блин, меня съели. Ладно, давайте на это прощаться. Рыбокомун, поздравляю, ты хорошую катку сыграл. Я просрал, конечно, все, но все же я был в топе много. Вот видите, каждую секунду меняются некоторые, друг друга поедают, некоторые проигрывают, некоторые становятся королями, как восьмерка. Но если восьмерки стреляют, в принципе, вот это второй мун, вот этот, стреляет мини, и мины взорвется вот эта восьмерка, его может тупо все съедят. Все съедят, даже вот этот сам мун может съесть. Так что это жестко. Все, на этом давайте прощаться. РБК мун тоже хорошие игры, приятные игры. Там он в любом случае умрет. 5-6 минут в топе будет и умрет, как я. Все, на этом прощаюсь. Не забудьте поставить лайк за эту хорошую катку. Все, всем удачи, всем пока-пока. И можете эту игру поиграть, ссылка будет внизу в описании ролика и в комментариях под видео. Специально. Да, и даже еще это будет небольшой пиар, подождите, если я могу. Могу я? Вот видите, ага. И я вообще снимаю на Google. Ну ладно, все. Всем удачи, всем пока-пока. И да, еще давайте важную новость. Я хочу снимать антигритер шоу. Кто, у кого есть свой сервер, можете, в принципе, дать мне главного админа, пообщаемся через Skype. Skype будет нигде, а-за-за-за-за. Нет, будет Skype в ВКонтакте, в принципе, можете ВКонтакте зайти, со мной пообщаться. Ну, ВКонтакте зайти, и я вам Skype дам, если вы сможете отдать и не будете жалеть об этом. В принципе, я не буду никаких плохих вещей снимать, как краш-сервер и все такое. Я таким не занимаюсь. Я лучше антигритер шоу поснимаю. Это логично. Даже любой человек подумает так. Все. Всем удачи. Всем пока. Пока.